Только драйв и жесткий непрерывный ритм. Ульяновский государственный духовой оркестр под управлением ростовского дирижера Дмитрия Кохана готовится к концерту, который состоится 26 ноября. Держава представит программу «Рок-легенды 20 века». Каверы легендарных рок-групп прекрасно вписались в репертуар духового оркестра и переворачивают представление о классической рок-музыке. Даже если бы мы очень захотели скопировать эти сочинения в их оригинальном звучании, нам бы это не удалось, потому что, конечно, каждый музыкант и музыкант в оркестре, и солист, солистка в данном случае, конечно, пропускает эту музыку через себя. И исполнение будет, можно сказать, авторским. Откроет программу концерта композиция советской и российской группы «Парк Горького» «Moscow Calling». Продолжит хит английской группы «Queen» «We Will Rock You». Далее прозвучат композиции рок-групп ICDC, Bon Jovi, Metallica. Исполнит рок-хиты солистка государственного концертного оркестра духовых инструментов Кристина Малютина. Это очень популярная музыка. Она очень певучая, она очень энергичная. И, конечно, исполнять ее так... удовольствие. Напоминаем, что в связи с новыми правилами посещения мероприятий в условиях режима повышенной готовности в регионе, зрители будут обязаны при входе предъявить вместе с документом, удостоверяющим личность, сертификат о профилактической прививке против COVID-19, QR-код, справку о перенесенной коронавирусной инфекции или ПЦР-тест. Ирина Антонова, Олправда ТВ.